Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении специальных представителей президента в Нагорном Карабахе. Целью данного шага является ускорение строительства, восстановление и реконструкции инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы государства. В соответствии с указом учреждены спецпредставительства президента Азербайджанской республики на освобожденных от оккупации территориях. Данными представительствами будут руководить назначаемые и освобождаемые от должности президентом Азербайджана, подчиняющиеся непосредственно президенту Азербайджана специальные представители. Администрации президента Азербайджана поручено в 15-дневный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложение касательно проекта положения о специальных представительствах президента Азербайджана и организации деятельности специальных представительств президента Азербайджана. Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.